Добрый день, дамы и господа. Здравствуйте, мышь Пуха. В эфире выпуск программы Азох НВ News. И мой ведущий Циля Асема Цюрис. Как сообщил нам внештатный корреспондент Азох НВ News, наш сосед Арончик, вчера-таки в Бруклине в Барклайн-центре состоялся концерт русской эстрады. На этом концерте было около 16 тысяч наших людей. Их тщательно проверяли на входе, так как вы знаете эти мансы со спаймкой русских шпионов. Одну бабушку с Брайтона, которая еще служила медсестрой в первой коннице Богдённого, проверили очень тщательно. Арончик, конечно же, напел нам некоторые песни из этого концерта, мы были таки в восторге от песен и от того, что сэкономили деньги на билетах на этот концерт, и услышали все в исполнении Арончика. На наш вопрос к Арончику, сколько стоили билеты в первом ряду? Он многозначно ответил. Азох НВ с этими ценами, чтоб только Мишка Прохоров не имел Цюрис с нехваткой наших людей. Вы прослушали краткие новости Азох НВ News. Спонсоры выпуска Азох НВ News, компания по производству нафталина против моли в шубах наших людей, дилерская по продаже Бентли, магазин подделок фирменных сумок на канал Стрит. Дамы и господа, если у вас есть какие-то интересные мансы, фотки или что-нибудь, о чем бы вы хотели, чтобы мы рассказали на Азох НВ News, не держите в себе, поделитесь с нами. Можете даже тещу или свекровь поздравить у нас с днем рождения. Зайт Миргазинт. До встречи в следующем выпуске.